Привет, привет. Хотела подключить сейчас живую камеру. Вот у нас здесь на пляже установлены живые камеры, которые вещают в прямом эфире. Настроены на пляж две камеры. Одна вот здесь рядом, около дюка, а вторая туда подальше. И вот я зашла, хотела посмотреть, как работает эта камера, и увидела такую надпись: для отображения некоторых элементов на этой странице требуется плагин Windows Media Player. Я помню, что я его уже устанавливала, этот плагин. Сейчас попытаюсь сделать это еще раз и заодно покажу, потому что я знаю, что вот у моих родителей такая же проблема возникала, они не могли поставить этот плагин, так что заодно покажу, как это делается. Нажимаем «Установить плагин» и переходим вот сюда на страницу Windows Media Player для Chrome. Я все это показываю для Chrome. Так. Нажимаем here, download the extension from here. Дальше разрешение и тему могут причинить вред вашему компьютеру. Продолжить. Да, далее. Вот оно скачало вот такое расширение, как бы вот такой файл с расширением CRX, from CRX. Невозможно добавить приложение, расширение или пользовать скрипт с этого веб-сайта. Я не знаю, почему это невозможно. Вот сейчас попробуем нажать подробнее. Не разрешает добавлять расширения со сторонних веб-сайтов. Вот. Окей. Но поступаем так. Переходим в ту папку, откуда у нас скачался этот... Куда у нас скачался этот файл. Вот у меня это в Downloads. Находим его. Надо мне почистить. Я давно не заглядывала в эту свою папку. Так, где он? Показать папки. Вот он. Вот он, не могла я его найти. И теперь мы заходим в Chrome, идем вот сюда, в настройки, заходим вот сюда в настройки, выбираем здесь показать дополнительные настройки, я это делала, просто уже забыла, сейчас попытаюсь вспомнить. Так, строить виртуальный принтер, управление. Вот расширение. И нам вот это расширение надо сюда добавить сейчас. Я просто беру вот это наша папка и вот это наше расширение, перетаскиваю сюда. Вот оно, это расширение Windows Media Player Extension for HTML5. Вот сюда оно перетащилось. И я попробую сейчас нажать здесь включить. Вот, что я его разрешила. Включено. Разрешить использование решения инкогнито. Вот, идем обратно на страницу. И пробуем ее перезагрузить. Все. Камера наша подключается. Connecting to media. Вот здесь. Все. Вот эта камера в прямом эфире. Вот этот памятник дюка. И все, что происходит на этом пляжике в данную минуту. Единственное,
что плохо, то, что очень мелкая эта камера, и крупнее она не делается. Нет. Но, тем не менее, вот можно здесь разглядеть, какая погода, какая природа, сколько людей и так далее. Ну, и на этом все. Пока-пока.